При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Каждую весну и осень работники охотничьих хозяйств нашей республики отправляются в горы, чтобы провести обследование охотничьих угодий. Охотобследование отличается от государственного учета диких животных методическим подходом. Если во время учета обычно тщательно подсчитывается общая численность охотничьих и редких животных, то единственная задача охотобследования – это определение степени готовности охотничьих угодий к приему охотников. Сегодня вместе с егерем Муратом мы примем участие в охотобследовании урочища Сорбет. Конная экспедиция стартовала из поселка Жанатурмыс. Нам хватит трех пайков? Хватит на три, полностью хватит. Вот, спальни мы все взяли, сухой паёк все, чтобы им хватит. Весь груз нужно аккуратно упаковать в коржины. Коржинами называются переметные суммы для груза. Вот такие вот брезентовые коржины. У нас туда поместился груз для пятидневного путешествия. Последние приготовления закончены. Максим и Мурат собирают в коржины все необходимое для недельной экспедиции и выезжают из поселка. При распределении груза в коржум очень важно соблюдать равновесие, чтобы с обоих сторон он был загружен одинаково. Тогда он не будет сползать во время езды. Погода благоприятствует экспедиции. В горах сложно планировать что-то больше, чем на 2 часа. Не раз бывало, что прекрасная погода неожиданно сменялась дождем, снегопадом и бураном. Вчера был очень сильный снег, а сегодня великолепная погода. Светит солнце, южные склоны быстро оттаивают. До урочища Сорбет путь не близкий. Охотоведам сегодня придется преодолеть верхом 20 километров. Первые 10 километров мы едем вдоль заброшенной автомобильной дороги. А потом дорога упирается в тупик, и дальше вверх по ущелью вьется старая скотогонная тропа. В течение 3 месяцев урочище активно используется для нужд отгонного животноводства. Местные скотоводы перегоняют сюда несколько тысяч голов крупного рогатого скота, лошадей и баранов. Но в конце сентября в верховьях реки ложится снег, и домашние стада откочевывают в предгорную долину. Поэтому дикие животные на лето уходят из этих мест на дальние участки гор, где не ведется никакой хозяйственной деятельности. А в октябре начинают потихоньку возвращаться в Сорбет. Хотя обычно даже в зимнее время численность и плотность населения диких животных в таких местах невысока. В Сорбете идеальные места обитания для маралов, кабанов, медведей и косуль. Наша экспедиция проводила обследование Сорбета в июле, когда здесь находилось более 15 чабанов. Сейчас мы должны провести повторный учет и сравнить полученные данные, чтобы понять, как откачевка домашних стад повлияла на состояние популяции диких животных. В экспедиции нужно чем-то питаться, поэтому заранее приобретаем путевки на мелкую дичь, которая может разнообразить скудный полевой рацион. Нашли. На этот раз охотничья судьба послала нам горных куропаток – кекликов. Во время экспедиции мы не берем с собой мясо осенью, мы берем путевки на кекликов. Численность этих небольших, но очень вкусных птиц во многом зависит от погоды. В годы с мягкими зимами они быстро плодятся и занимают все пригодные для обитания места. Предгорья практически всех хребтов,
Тяньшаня, Джунгарского Алатау и Алтая. Во время многоснежных зим от бескормицы погибает много птиц, и требуется несколько лет, чтобы их численность восстановилась. В этом году выдающийся урожай рябины. Лес расцвечивается ярко-красными пятнами. Ветви буквально ломятся от гроздей со спелыми ягодами. После первых морозов рябина теряет горьковатый привкус и становится сладкой. Под деревьями много следов кабанов. Они собирают упавшие на землю плоды. Тем временем приближается вечер, и нам необходимо подумать о ночлеге. Избушки чабанов пустуют с осени до весны, и в любой из них можно остановиться. А вот в этой избушке мы сейчас заночуем. Здесь удивительное дело. Все поле вокруг избушки перекопано кабанами, смотрите. Целое стадо диких свиней пировало здесь несколько дней назад. Максим и Мурат заходят в избушку, но обнаруживают, что здесь нет печки. Это проблема. Ночью температура понижается до минус 10 градусов, и ночевать в неотапливаемом жилище будет некомфортно. Ну, еще есть другая эта избушка там. Сейчас доедем, посмотрим, может, там есть печка. На высоте 1800 метров уже лежит снег. Дорогу пересекают следы двух маралов. И вот, наконец, следующая избушка. И вот, наконец, еще одна избушка. Сейчас мы проверим, есть в ней печка или нет. Здесь есть отличная печка. Нужно заготовить дров и затопить ее. Ассаламу алейкум, карабас. Когда зайдешь, карабас, поздоровиться надо обязательно. Карабасов тоже хозяин есть. Домовой? Да, почти домовой. На ужин у нас будут кеклики. Рано утром Максим и Мурат выходят на учетный маршрут. Они занимают наблюдательные позиции на вершинах ближайших сопок и внимательно сканируют в бинокли горные склоны. Неожиданно из леса раздается крик марала. Это странно. Обычно гон у маралов заканчивается к концу сентября. А какой-то запоздалый марал все еще не нашел свою судьбу. А вот показался и сам поздний певец. Оказывается, он поет серенаду для самки с теленком, что пасется на том же склоне. За вчерашний вечер и за сегодняшнее утро насчитали 7 особей марала. Из них 5 особей визуально видели, 4 самки и 1 самца. И 2 маралов слышали рёвы. Сегодня 17 октября, но тем не менее рёв гону марала продолжается, что довольно необычно. Маралы еще какое-то время будут держаться в смешанных табунах. Но через пару недель самцы образуют свои холостяковые клубы, а самки соберутся в женские команды. Наша экспедиция продолжает свой путь к верховьям реки. Уровень снега становится все больше, заметно холодает. Температура и обилие осадков в горах зависит от высотной поясности. На высоте 2500 метров кончается лесной пояс и начинаются альпийские тундры. Редкие альпийские кусты можжевельника, луга и высокогорные болота, сазы. Вершина холма перекопана кабанами. Вот свежий след кабана. Вот здесь вот копался недавно. У наших героев есть незакрытая путевка на кабана, и они, пользуясь случаем, пытаются ее реализовать.
Вот еще копки, тоже свежие. Мурат на лошади спускается на дно ущелья, а Максим осторожно идет гребнем. Вдруг кабан окажется в пределах прямой видимости с хребта. Но вот весь гребень пройден, а увидеть кабана не удалось. На учетной линии длиной в 8 километров удалось насчитать следы 8 кабанов, но живьем ни одного кабана учетчики так и не увидели. Наша группа поднимается в самые верховья ущелья Сорбет. Здесь начинается высокогорное плато. По плану экспедиция должна через плато выйти к истокам соседнего ущелья Жаминей. Но, к сожалению, пошел снег, и мы возвращаемся домой без добычи. Но зато мы сделали учет животных. 3 дня прошло, пролетело. Обратно пути мы хотели поохотиться на кабана, но непогода нам помешала. Мы поехали домой. Снег и ветер усиливаются. Нужно спешить и спускаться в зону леса. До базового лагеря нам минимум 5 часов езды отсюда. И вот лошади скользят на заснеженных склонах, покрытых мокрым снегом. Нужно очень осторожно передвигаться. Группа спускается в зону леса. В зоне леса не пропадешь даже во время непогоды. В крайнем случае можно разжечь костер и укрыться от метели под кроной деревьев. А в горах на кабана верхом охотиться можно не везде. Но вот здесь, вот в Сорбете, можно. А здесь относительно пологие горные склоны. Стратегия охоты такая, мы передвигаемся верхом, рассматриваем аккуратно, тщательно просматриваем в бинокль всю долину, открывающуюся перед нами. Если замечаем кабана, то спешиваемся и подкрадываемся уже пешком. На тропе видны следы целого стада кабанов. Дикие свиньи в зарослях рябины собирают из-под снега упавшие гроздья сладких и питательных ягод. Следы совсем свежие. По-видимому, стадо прошло здесь несколько минут назад. Максим определяет направление ветра и пытается подкрасться к кабанам против ветра. Ему удается подойти вплотную к темному силуэту, но это оказалась свинья. В наши цели не входит добыча большого животного. С такого расстояния вывести мясо было бы сложно. Когда свинья подходит на расстояние опасной близости, Максим вынужден спугнуть ее. Стадо убегает. Неужели охота закончена? Но нет. В сотни метров слышен шум. Это приближается вторая группа диких свиней. Охотникам нужно постараться занять такое положение, чтобы стадо вышло прямо на них. Максим меняет место засады и терпеливо ждет. Шум приближается, но в густом кустарнике ничего не видно. Минута проходит за минутой, но ничего не меняется. И вот один небольшой кабанчик наконец появляется на поляне между деревьями. Похоже, на этот раз экспедиция обеспечила себя вкусным ужином. Кому-то жизнь, которую ведут работники охотничьего хозяйства, покажется однообразной и унылой. Кто-то, наоборот, завидует тем, кто сделал своей профессией то занятие, которое большинство людей считают удовольствием. И то, и другое, без сомнения. Правда, за все в этой жизни нужно платить. Финансовый аскетизм и суровые условия жизни егерей и охотоведов окупаются теми чудесами и красотами, которые им ежедневно дарит дикая природа.